Здравствуй, Тоня. Тоня. Милая. Я хочу в этом письме еще раз убедить тебя в том, что моя любовь к тебе неизмерима. Я очень любил тебя еще тогда, когда был юношей. Хотя и был, как ты писала мне, озорником. В настоящее время мне кажется, что я еще крепче люблю тебя. Но не знаю, будет ли то время, когда мы встретимся. Я уверен, что ты ждешь меня и дождешься. Но я не смею сказать тебе об этом. Поверь, милая, сейчас как никогда идут жестокие бои за скорейшее освобождение нашей земли от немецкой нечисти. Вчера я видел кино. Она сражалась за Родину. Я сам это испытал. И мне хочется мстить и мстить паразитам. Я должен тебе сказать, я не знаю страха. Особенно сейчас, когда чувствуется близкий день победы. Тоня, милая, прошу, не обижайся, возможно, будешь редко получать от меня письма. Война ведь. Пиши, какие новости у вас. Передавай привет всем знакомым. А пока будь жива и здорова. Крепко целую. Твой Николай.